Привет, друзья, с вами опять Джокер. И сейчас, ребят, короче, я решил купить героя себе нового. Купил его себе на одну звезду. Сейчас посмотрим, что он вообще у нас могёт. Паренек наш, девчонка точнее. Эльфийка. Эльфийка наша рогатая. Не завербован, активируем ее. Одна звездочка у нас имеется. Так, сейчас попробуем ей уровень качнуть. Закрываем 25-й. 25 уровень, уж не максимум. Смотрим способности нашей девочки. Так, здесь у нас уменьшение количества. Так, на 10 тысяч дешевле стоит, короче. Наука в храме цивилизации у нас. Здесь мы викинги у нас. Но это все мы можем скинуть, если что. Ямато, Цинь. Так, давайте качнем это дело сюда. Сюда пойдем, здесь у нас тоже викингов, Цинь. И здесь еще мы имеем сколько? Еще 40 тысяч. Так. Ну, это тоже закроем. Так, а на рожденных остается у нас что? Ямато. Неразвитая по-нормальному. По 7%. Смотрим. Так, пишут с группы, ребят, извиняюсь за оповещение. Так, смотрим навыки здесь у нас. Добавить звезду, вторая звезда, 6000 карт, минус 100. Это, я так понимаю, у нас камни. Как она работает, ребят? Смотрим, где это вообще у нас снижение здесь имеется. Так, снабженец, строитель, офицер сбора, это мы вчера поставили, так. Здесь нету на камне снижения. Здесь тоже нету. Посланник цивилизации. Уменьшение определенного количества кристаллов. Вот место нашей этой девочки симпатичной. Ставим ее сюда, и вот у нас бах сразу же, да? Так, давайте сначала зайдем, посмотрим, например, науки сколько стоит. Заходим. Так. Ямато мы не рассматриваем с вами сейчас. Идем в Цинь. Кстати, у нее нет это снижение науки на новую науку, которая сейчас открывается. Так, давайте посмотрим, что там у нас. За 4. Так, вот здесь 130 кристаллов у нас, допустим, стоит уровень 4. 138. Давайте ставим нашу девчулю. Назначить. Идем, смотрим. Сюда же. Друзья, блин, ну моему удивлению просто нет предела. Реально круто вообще. Такая жесткая скидка. Это значит, мы сейчас можем качать вообще спокойно, все весело. По кайфу быстрее развивать нашу науку. Вообще, я вижу смысл, если у вас есть деньги, вы можете донатить, есть смысл купить 3 звезды, а то и 4, потому что реально герой крутой, можем быстрее закачать это. Ой, красава, и нам еще и здесь подвезли карты священника, отлично вообще. Удачи сегодня с нами, друзья. Итак, давайте навык посмотрим, где у него находится, скорее всего, в поддержке, точнее, в разработке. Так, 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 вот наша девочка. 72 часа, откат, снижение на 50к. Включаем. Заходим сюда. Идем снова к нашей той науке, которую мы рассматривали с вами. Сколько она стоит? 44к. Ребят, идеально вообще, блин. У меня прям радость вперед, реально. Вот. Ну, блин, короче, ребят, знаете, какое мое мнение? Смотрите, вот. Дали донатам вот эту пушку, прям вот, донатьте сюда, вливайте вообще, вот прям тонны сюда денег надо потратить, не знаю, сколько тут тысяч долларов, ребят, чтобы это все закрыть, блин, не 1 000 000 рублей. И, короче, чтобы мы не заскучали с вами, простые смертные, нам ввели вот этого героя, чтобы мы его тоже, естественно, не за бесплатно, а за денежку купили, и теперь мы сможем хоть как-то немножко закрыть наши эти храмы цивилизации, хотя бы до 7 все науки. Вот такие разработчики у нас, спасибо им, конечно, за это, что... Не забывают нас, простых людей, простых, вот, кто не может себе так быстро все качнуть, чтобы мы хоть как-то могли себя здесь... Ну, вы поняли, ребят, короче, такие дела. Чем мы будем качать теперь, даже не знаю, блин.
Так, что у нас тут? О, бесплатно, ребят, можно качать вообще, смотрите-ка. Нифига себе дела. Давайте качаем. Бесплатно, что? За ускорю. Вот все, 7к стоит. Сейчас мы ром покачаем везде, посмотрим, что у нас еще есть бесплатно. Так, тут у нас... Ай, блин, науку тут потратил я камень. Ну ладно. 50к, короче, потерял я, ребят. Потому что она шла на ту науку, можно было поумнее ее потратить. Ну ладно, короче. Снова ноль. Закроем хотя бы урон здесь. На всех войсках давайте сходим. Какой-то толк будет. Здесь 240, дороговато. Так, здесь у нас уже все развито. Ну, можно, ребят, покупать. Стоит реально, если есть у вас возможность. Хорошее это вложение. Реально полезно. Так. Снижение урона при нападении. Ну, мы будем дальше купить с вами. Угу. 94 вообще нормально. Блин. Качну-ка. Атаку. 168. Так, цинк, короче, у нас. Ямато у нас дорого осталось, так же, как и была. А вот викинги у нас подешевели с вами. Тоже нормально, так, на порядок. Тут тоже дорого, 74. Вот здесь бы сейчас полтинничек-то этот оставить, который я потратил. Ну ладно. Что-нибудь еще качаем. Или копить дальше будем. А вот это качну еще все. Все, друзья, такой, короче, герой у нас. Я думаю, что его, не знаю, сколько он будет продаваться, сейчас посмотрим. Так, так, сколько он продается у нас. Здесь у нас показано, что он продается 19 дней. Ограничение 0 из 3. Пакеты вот здесь у нас есть за $100, за $50 и за 10. Короче, ребят, не знаю, на ваше усмотрение. Ограничение, ага, вот смотрите, можно купить 4 пакета таких за, за $10, как раз я 3 взял. Также ограничение есть. 4 этих можно взять. И 3 легендарных. Смотрите, покупайте, думайте сами. Решайте сами. Ну, хорошее вложение, ребят, реально. Всем спасибо за ролик, спасибо за внимание. С вас лайки, комментарии, друзья, подписка на канал. И хорошего вам сегодня дня. Что-то сегодня прям много роликов у меня. Всем спасибо за просмотр.